Утро учеников средней школы номер 76 началось как обычно. 3 А хором поздоровался с учителем, как вдруг в класс зашли журналисты, да еще и в компании сотрудников городского ГИБДД. Последние провели для детей лекцию и даже поиграли в интерактивные игры. Все на одну и ту же тематику. Красный, стоим, так, кто дернулся, и желтый. Спасибо вам большое, присаживайтесь. Нетрудно догадаться, что лейтмотивом спонтанного урока стали правила дорожного движения. Поводом стал юбилей компании «Маршрут ТВ». Они занимаются размещением объявлений в общественном транспорте. Поэтому решили провести тематическую социальную акцию. Кроме ГИБДД, им помогали специалисты транспортной компании «ВПАПАТ». Наша основная задача была детям довести, как безопасно вести себя на транспорте, чтобы исключить случаи, неприятные инциденты, там, падения и так далее. Ну и повысить культуру на транспорте. Сами школьники также поделились впечатлениями от проведенного урока с лекциями и играми. Я все знала. Обычно сейчас светофоры все делают. А я не знал, что еще остались инспекторы ГИБДД. Надо следить за дорогой и не нарушать правила, чтобы не попасть под колеса. Нельзя выбегать на дорогу, где ходят машины. Ребята на протяжении всего урока активно участвовали в дискуссии, задавали интересующие их вопросы о ПДД и получали квалифицированные и исчерпывающие ответы от спикеров. По завершении акции школьникам вручили воздушные шары от «Маршрут ТВ». Евгений Черемухин, Сергей Тулатеев. Новости на восьмом.